Криптовалютная биржа – это уже традиционный способ обмена криптовалют, особенно удобный при операциях с небольшими объемами средств. Криптовалютный брокер – это посредник между трейдерами и рынком. Тот, кто пользуется услугами брокера для проведения торговых операций, вносит средства в фиатную или криптовалюту на счет брокера, а затем пользуется различными продуктами, которые он предоставляет. Трейдер не ограничен торговлей только теми парами, которые привязаны к валюте его депозита. Он может использовать любые другие. Брокер найдет контрагента для проведения нужной транзакции или сам выступит в этой роли и закроет сделку. У вас есть уникальная возможность стать участником брокерской программы Gate.io. Данная биржа является одним из лидеров криптовалютного рынка, так что неплохой шанс начать или даже развивать свою карьеру в криптовалюте. Количество пользователей данной биржи превышает 10 миллионов. Это огромное сообщество, в котором вы сможете работать на постоянном основе. Среднемесячный объем торгов превышает 100 миллиардов долларов. А также Gate.io поддерживает более 2400 валютных пар. И новые проекты продолжают запускаться каждый день. Если хотите стать брокером, есть три варианта для выбора. Первый. Вы станете обычным брокером и будете просто рассылать рефералские ссылки. Второй. Пригласите новых клиентов, торгующихся через API. Третий. Создайте до 100 000 существ и установите ставку самостоятельно и получите награду. Конечно, чтобы стать брокером данного портала, есть свои правила. Следующий групп лиц имеет возможность стать партнером. Они – спикеры блокчейн-сообщества, владельцы групп, фрилансеры, известные трейдеры, инвестиционные консультанты с не менее чем 500 подписчиками. К брокерам обычно обращаются спекулятивные инвесторы, которые пользуются услугами, предоставляемыми брокерами, например, маржинальной торговлей. Они совершают различные типы сделок с возможностью использования имеющихся инструментов технического анализа. Такие клиенты стремятся получить краткосрочную или среднесрочную прибыль, а брокер выступает в качестве посредника, который помогает ее получить. Брокеры предоставляют дополнительные инструменты для маржинальной торговли, например, контракты на разницу цен, деривативы. Также брокерские платформы часто предлагают клиентам специальные инструменты, которые помогают пользователям в процессе торговли. Они включают в себе средства технического анализа, например, различные индикаторы, скользящие, средние и даже автоматические торговые стратегии и роботов. Все они направлены на управление рисками и улучшение торговых результатов. Но это не значит 100% успех. Всегда надо думать головой, иначе потеряете свои средства. Основная тема ролика закончилась, но я хочу вам рассказать об интересных фактах, которые, возможно, вас просто повеселят. По оценкам аналитической компании Chainalysis, которая занимается изучением технологий блокчейн, сейчас в мире насчитывается более 18,5 миллиона биткоинов. Однако 20% из них на общую сумму 140 миллиардов долларов находится на потерянных или заблокированных кошельках. Как пишет издание The New York Times, многие люди стали владельцами криптовалюты 10 лет назад, когда биткоин только появился и ничего не стоил. Однако резкий рост стоимости криптовалюты заставил владельцев кошельков активизироваться. Как напоминает The New York Times, создатель биткоина, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, хотел сделать так, чтобы каждый человек в мире мог открыть кошелек, не регистрируясь в финансовом учреждении и не проходя проверку личности. Криптовалюта предоставляет собой сложный алгоритм, который позволяет создать адрес или логин и связанный с ним ключ, пароль, известный только владельцу кошелька. При проведении транзакции программное обеспечение подтверждает верность введенного пароля, но не видит саму комбинацию. В результате владельцы биткоинов надежно защищены от контроля со стороны государства. Однако создатели системы не учли того, что люди могут просто забыть или потерять пароли. Устройство для хранения данных позволяет ввести неверный пароль 10 раз, после чего полностью блокируется. Стефан Томас уже использовал 8 попыток. Программист признался, что он разочаровался в том, как устроена криптовалюта. Ему не нравится идея о том, что люди должны быть сами для себя банками. Причина, по которой у нас есть банки, заключается в том, что мы не хотим заниматься тем, что они делают, говорит мужчина. Если вы хотите начать торговать криптовалютами, тогда переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к сообществу Gate.io. Через эту ссылку вы получаете 20% скидки на торг комиссии. И рядом будет ссылка на брокерскую программу проекта. Еще не забудьте подписаться на телеграм-канал Ростиксона, там публикуются очень актуальные новости криптомира.